Некоторые элементы из кака можно так вот по крестику вперед, в сторону, в сторону, в сторону. Вот так. Можно по крестику по одному рукоятину пойдем, я допустим, не стал, да? Как вот сюда сделал, повернулся, вправо не имеется, да? Сделал. Бац, бац, сделал, бац, бац, сделал, бац, бац, сделал. Мы крутили справа. Шаг сделали вперед. Ос. И здесь ты уже будешь крутиться влево. Понимаешь, как бы? Ос. Ос. Три шага вперед, это второй мы сделаем. Сделай третий шаг. Это вот так вот мы делаем переход из трех ударов, как бы, да, либо трех блоков. Ос, вот они, мы третий раз сделали. Ос, возьми за спину, сделай, повернись, сделай. И здесь дальше продолжим с шагом только, что первый шаг. Ос, отошел. Ос, отошел. Ос, каждый раз ширину стойки проверяем, чтобы не слишком широко их. Ос. Ос. Второй раз. Ос. Сделал. Оп. Здесь повернул. Сделал. То есть не спеши. Спешка, она часто приходит к тому, что вот как раз не делаешь этого пока. Это мы второй раз сделали, третий раз. Ос. И вы потом противоположно. То есть три шага и три креста эти, да? Мало-то три креста. Мало-то три креста. Есть еще что-нибудь получается? То есть надо придумать что-то, что ты будешь делать вот это чаще, чаще. А тут накатывает на третье шевеление, и будет там полторы лет, плюс-минус, да? А делаешь это всего один раз. И ну сколько тебе десяток, сотен раз надо сделать, чтобы это сделать, да? Каждое неправильно, оно запоминает это все больше и больше. По кресту раз-раз, как мы здесь сделали. Ос, ос, ос. Да? То есть мы сконцентрировались на том, чтобы поделать правильно. Ос, ос, ше, мама. Сделали ос, ос, ше. То есть мы выбрали такую связку, которую можно часто катать вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, а не как кусочек малюсенький. Столько делаешь, кусочек отрабатываешь. А там у тебя кусочков напихано. Можно в каждом такте сделать вот эти моменты, там, вот, связки такие, комбинации рабочие, там, и вот их катать, 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 и что-то будет. Еще есть кто-то вопросы? Нет. Вот, серьезно. У нас 8 минуточек осталось.